признался, что избил женщину, заступившись за свою подругу. Но вот что она была воспитательницей детского сада, якобы не знал. Инцидент произошел в Троицке. По словам обвиняемого, потерпевшая сама познакомилась с компанией школьников и предложила выпить. Только вот дама якобы представилась мужским именем, и подростки не сразу поняли, что перед ними дама. Выходит, какой-то мужчина начинает нам предлагать выпивать. Вот это вот мужчина, как он мне представился, Максим его зовут, 22 года, начал приставать к Вике. Мне это не понравилось, так как Вика моя знакомая, я не хотел, чтобы ее кто-то там к ней приставал. Во время потасовки парень якобы стянул с воспитательницы цепочку, а позже забрал телефон. После избиения пострадавшая обратилась в больницу. У нее диагностировали многочисленные ушибы и перелом пальца. Когда об этом узнали полицейские, то задержали всю компанию. Вину они свою признали, теперь им грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас они в СИЗО. Пострадавшей также может грозить уголовная ответственность с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.